Чебоксарах выбирают дом образцового содержания. На днях комиссия побывала в домах, которые претендуют на это звание. В северо-западном районе по Приволжскому бульвару расположен один из претендентов. Высокая комиссия отметила, что здесь созданы все условия для жителей. Подземная двухуровневая автостоянка, во дворе качели, карусели, есть пандусы. Во всех подъездах на первом этаже размещены информационные доски. Для удобства жителей вывешены ящики для сбора показаний индивидуальных приборов учета. Решением общего собрания собственников многоквартирного дома под лестничными маршами на первых этажах второго и четвертого подъездов устроены колясочные. В лифте можно прослушать музыку.